Поэтому смысл жизни человека – максимально уподобиться Богу, и в этом случае ты максимально к Нему приблизишься. А как максимально уподобиться Богу? Это иметь качества, которые есть у Него. Если Он любящий, ты должен стать любящим. Если Он милующий, ты должен стать милующим. Качества, которые есть у Него, должны стать качествами твоими.